Какие насекомые населяли Землю 40-50 миллионов лет назад? Найти ответ на этот вопрос можно в историко-краеведческом музее имени Бурылина. Там открылась выставка «Доисторические насекомые в янтаре». Эта экспозиция приехала к нам из Новосибирска. На выставке представлено 30 экспонатов, которые снабжены подробной сопроводительной информацией. Разглядеть редкие виды жуков, пауков, бабочек, термитов и других представителей животного мира можно только увеличительное стекло. Представленные образцы янтаря были взяты из месторождения, которое ныне находится под дном Балтийского моря. Янтарь – своеобразная машина времени, которая позволяет сохранить попавших в него древних насекомых в первозданном виде. Долгое время считалось, что янтарь – это слезы богов или что-то еще, до тех пор, пока вот не была выяснена еще в Римской империи его природа. Как вы знаете, янтарь, он очень ценится, в том числе и в ювелирных изделиях. Ну вот другое такое, скажем, естественно, научное применение – это заключается вот в изучении различного флоры и фауны нашей планеты где-то 40-50 миллионов лет назад.